продолжим. Продолжим делать Карфаген великим таки. Ну что, вот что мне грек может сделать? Перебраться он не может, да? Единственное, он может на эту берему... Не знаю, смысл ему было мне войну объявлять, честно говоря. Ну, посмотрим. Конечно, у него берем много, он может тут в линию расставить и высадиться, но... Чё-то мне не страшно, не знаю. А насколько он сильнее? Просто сильнее. А уровень знаний хуже, чем у меня. Вот нехрен, конечно, было грекам делать, как мне войну объявлять. Так, что у нас тут из советников? Есть 24 года. Ну, давайте. Поставим его советником. Так, шпионка. Пускай проникает в Персию. Ну, у нас, короче, Ассирия только не... Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ассирия 8 и... И Вавилон 9, значит, 9 всего было цивилизаций в начале. Но Вавилон убили. А Египет все еще в войне с этим, и с хеттами, и с кушитами, да? Печалька для Египта. Да как так-то, ну? Вроде посорял, что убьем. Ладно. Как вот добавить генерала, да? Шамшая тактик. Минус 8% атака, минус 5% защита. В чем она тактик? Наверное, как в генералы пробраться. Так, а у нас где-то еще... Лаванду я тут помню, что можно рощу было построить. А где-то еще у нас вообще какие-то есть... Ресурсы роскоши, на которые рощу можно ставить. По-моему, больше не было. Давайте я... Так, залочу, чтобы посмотреть. Мех, золото, лаванда. Вроде не видать. Жемчуг, руда, овцы. Вот, в утике, кстати, можем наконец-то уникальных этих делать. Вот, африканский слон. Это уникальный юнит. Этого пока не можем, потому что цитадель нужно еще построить. А вот этого можем. Надо только еду купить. Блин, еда уже начинает повышаться стоимость. Ну, короче, построим африканского слона.
Наверное, стены имеет смысл здесь сделать. Я приказы кончились, я просто так смотрю, а вот этого можно. Давайте. Ферму, надо ферму больше, у меня, видите, какой. Но это из-за того, что городки растут. И юниты я еще стою. То есть юниты потребляют еду, и городки. Чем больше городок, вот видите, он потребляет 3 еды, например. А начальный городок одну. У меня вот одну. Но у меня уже так нормально построено. Игра фризит, эта игра. Надо перезагружать. Давайте я сейчас ход сделаю. Через какое-то время игра начинает реально, то есть начинается, там 60 FPS идет, потом хопа, там до 20, до 10 падает. И непонятно почему. Вот так, смотри, видишь, плавненько, да? Отодвигаешь, хопа, вот 10 FPS вообще, но я не понимаю за счет чего, честно. Загружаешь даже вот на таком 60 FPS. Все никак они ее не отладят. Так, а почему здесь совет? А, я хотел вот сюда фермера. Да, не разведывать всю карту и не садить много ботов, да. И вот это, не сажать агентов, да, чтобы вот это все не засвечивало. Это все тормозит, согласен. Так, посол боится, но плюс отвага. Странно, что еще не умирает. Ему там 79, что ли. Когда ваши люди встречают на дорогу группу необычных ассирийских странников, создается впечатление, что их здесь ждали. Незнакомцы достают оружие и кладут его на землю, а их предводитель на нашем языке выражает восхищение от этой знаковой встречи и предлагает мясо и вино. Так, дар я бы не принимал, потому что он будет отравлен. Знаете, есть свой путь, у нас свой, вот так мы ответим. Дар не принимаем. Так, сейчас я... Семья Диданианов организует турнир в вашу честь. Лучшие воины Карфагена собрались на городской арене Каралиса, дабы помериться силами на глазах у великого царя. В последнем поединке сошлись юноши из семьи Диданианов и бывалый воин Магонидов. Зрители бурно встречают оппонентов, но за кого болеете вы? Так. Ну, давайте... Давайте за Диданианов. Приведет к будущим событиям. Боец Магонидов выходит победителем из долгой напряженной схватки. Его ног лежит воин Диданианов, на которого вы поставили. Пускай любимец толпы и проиграл, народ с ликованием приветствует чемпиона выдающейся схватки. Тот, в свою очередь, салютует вам, и публика взрывается еще большими аплодисментами. Ну, все равно 120 культуры, 80 счастья. Гиска, ваш родственник и наместник в Банонии. Бдительный. Ну, кстати, ну хотя мы там уже убили всех. Мне кажется, бдительный прикольно будет. В плане, видите, защита города плюс 50%. Там же налеты постоянно какие-то происходят. Так. Так, ну вот, смотрите. Видите, недостаток ресурсов. Куплено 40 еды. За 147 монет. И стоило 3,5, теперь 3,7 стоит. Так. Строится. Сюда надо. Храмчанский поставить.
Так, а здесь надо с монастыря начинать. Монастырь дает соседство как раз рощам, но у вас тут всего лишь одна роща, и то в городе, в котором я еще даже не могу его строить. Игра тут предлагает монастырь. А, храм даже сразу. Ну, давайте храм. Просто храм рядом с монастырем тоже бонусы дает. Давайте с храма начнем, действительно. Так, а вот тут мы рабочих в столицу, чтобы построить святилище. Вопрос только какое? Святилище Танит. Плюс 10 за каждый прилегающий ресурс. За рощу. Ну, рощ вообще у нас нету. А старта... Плюс 20% прилегающим пастбищам. Тут пастбище, кстати, есть. Так, это сетям, это смой. Значит, давайте либо Астарту, либо Танит. Я бы Астарту устроил, потому что она еще и на рост. Сюда поставлю. Кажется, старших специалистов я бы быстрее выполнил, чем вот эта амбиция на чудеса. Что-то мне подсказывает. О, галлов встретили. Ну, наши сердца переполняют благодать. Дали нам 160. Так, нам вот здесь надо встать на якорь, чтобы следующим ходом скаутом сюда перебраться. Короче, галлам эти горы помогли, чтобы их Рим не захватил. Так, а где столица? А, столица желтая корона. Кстати, Нимрут... А, это Ассирия. Мне казалось, Кушит захватил. Нет, это Ассирия. Блин, вот где столица кушитов, и они полностью расселялись чисто в одну сторону. Забавно.
Из-за того, что в лесу этому слабо лучники бьют. Так, а Сирию хотел глянуть. С кем-то воюет, нет? С фракийцами только. У нее мир с кушитами, мир с Грецией, мир с Египтом и мир с Персией. Прям такой же миролюбивый. А у меня эра мира закончилась, что ли? А, ну да, закончилась. Греция ж, сволочь, объявила войну. Только началась эра мира... И закончилось. Дали ачивку за основание карфагенского язычества. Так, царица Галлов умерла. Посол еще отваги набрал. Наместница Утики погибла. Так, народ радуется постройке иудейского храма в Гиппон-Регии. Люди стекаются на улицы и до поздней ночи проводят праздничные шествия. Однако до вас доходят вести, что посреди праздничной процессии некая группа людей несла статую, заявляя, что это образ Всевышнего. Матриарх опасается, что в Гиппон-Регии пробралась практика идолопоклонничества. А быть может, это просто народные страсти зашли слишком далеко. Так, найти и наказать создавших статую... Убедить Николмати, что такое больше не повторится. Установить статую в храме. Бесплатный закон иконопись. Никакого случайного распространения негосударственной религии. Давайте глянем, что там за... Вместо иконописи каллиграфия. Библиотека культуру дает. Все города одно счастье на старшего специалиста. А тут все города, монастырь. Ну, вообще. Вообще иконопись мне нравится. Ладно, давайте. Так, наследника. Ваш внук второй в очереди, пускай философию изучает. Так, сейчас мы позже выберем. Давайте иконопись. Правда, теперь жаждет отомстить матриарх. Но мне кажется, у нас там такие хорошие отношения с иудаизмом, да, что это не... Страшно. Так, что-то я сейчас хотел еще глянуть. Блин, забыл. А! Где у нас губеров еще можно? Ну, в Утику. По населению у нас Утика тут вторая, тут нужен губер. А, у нас тут выбор губеров, мягко говоря, никакой. Понял. Понял. А тут монастырь буду строить. Мне кажется, неважно, где соседство. Так, ну и что? Теперь мне доступно строительство пантеона? Да, доступно, кайф. Так, 1800 камня только теперь надо... каким-то образом набрать. А, и 400 социальных политик.
Ладно, пока фермами займемся. А здесь каменоломнями. В болото встану, урон нанесется, ну ладно. Тихо, за дикая очередь из юнитов. Наверное, сюда уже установлю агентурную сеть, потому что далековато. В Мирое. Царица-консорт прям может. Ну, она интриган какая. Ну, давайте отправим царицу-консорт к ушитам собирать инфу. На нее никто не подумает, что она шпион. Мне так кажется. Блин, что-то строить в городе нечего. Ну, с граждан нету. А, офицера можем выше? Нет, не можем. Почему тут мы можем выбрать? Реально строить? Ладно, давайте совет. Да любовь. Так, тут фермер. Еще 2 грамма. Можем тогда сюда рудокопа. О, ачивка, царская библиотека. Ну, это, кстати, очень сомневаюсь, что у кого-то вообще есть эти ачивки, потому что это как раз с этого дополнения чудо. Персию раскрыли. А надо ли мне 20 приказов? Это просто на один ход. Вот следующим ходом у меня будет 20 приказов дополнительно, и все. Мне кажется, нет. Давайте булавоносца откроем. Старейшины собраты уже давно рассуждают о будущем города. Узнав о мудрости жрецов зороастризма и манихейства, они пригласили к себе и тех, и других. В итоге жрецы Блин, а нафига мне зороастризм и манихейство, если у нас, блин... Иудаизм. Мир еще не видел подобного собрания знаний. Эпические поэмы и академические трактаты, исторические хроники и дипломатические протоколы теперь хранятся в царской библиотеке. Настоящая сокровищница для тех, кто владеет пуническим. Жемчужиной этого собрания является редчайший список легенды о боге-герое Мелькарте. Это великое достижение наглядно показывает, какое место Карфаген занимает в мире знаний и литературы. Писания вашего народа останутся в веках. Политику пускай изучает. Так, глава шпионов, мудрость. Вот я не понимаю, дает ли мне вот соединенные зарубежные города плюс 4. Вот от этого мы плюс 4 навыки имеем, от этого чудо получается. Как она выглядит, кстати. То есть царская библиотека дает от соединенных городов науку. Ну, у нас, видите, только от Рима, вот он пишет. Плюс 4 науки от Рима. И все.
Мне надо как-то города хеттов соединить и, соответственно, Египта. К хеттам, видимо, дорогу просто провести как-то или что? А почему у меня города Рима считаются соединенными? Вот мне просто интересно. У меня же тоже дорога туда не проведена. Мне, наверное, надо вот эту... Вот тут надо было открыть, чтобы по морю, типа, считалось, чтобы... Что бегает какая-то торговля. О, еще какие-то руинки находим. Сердце развалин, на вершине холма стоит кольцо из человеческих изваяний. Их лица обращены к простирающимся вокруг полям, словно присматривая за тем, что творится внизу. Согласно нашим исследователям, громадные фигуры призваны предостерегать от вторжения в эти древние земли. Местные племена держатся от них подальше. Становится робким. Камень и руда слишком ценны, чтобы пройти мимо, да. У нас с фракийцами мир или война, кстати? Надо аккуратно тут скаутом ходить. Надо, блин. Надо прятаться в лесу. О, уже минус 0,7 по еде. Сейчас мы проблему еды решим, я надеюсь. Колосс и Катон можно строить, но, как я сказал, нам нужен Парфенон. Пантеон, точнее, Пантеон. 1800 камней. Ну и 400, ну 400, ладно, следующим ходом будет, а вот 1800 камня, конечно... Наместников. Ну, я хочу сначала 4. Я попробую, хочу попробовать следующим ходом пантеон начать. Надо будет посчитать, хватит ли мне там денег и прочего. Поэтому не хочу пока тратить этот соцкапитал. Как он называется тут? Соцкапитал. Не хочу пока. Нет, так я продам, только у нас, нам соцкапитала не хватает. Я следующим ходом это буду делать. Так, 15 приказов еще. Ну, давайте в Ассирию.
Проникать. Так, советник. Нет, никаким семьям ничего дарить не будем. Ну и послом тоже ничего не будем делать. Ладно, заканчиваю ход. Тяжело больного агента мучает рвота и понос. Патриарх становится духовным лидером карфагенского язычества. Ассирия завершает строительство великого зиккурата. О, плюс 27 уже, по идее, пошло. Зашибись. Так. Давайте смотреть. Во-первых, есть ли у меня тут рабочий какой? Рабочий есть. Вот тут я, если что, буду строить. Нам надо 1300 камня. Так. И что еще? Подождите, 1300 камня и... Да, 1300 камня. Ну и 400 это у нас есть. Ну, 1800, я сказал. 1300 купить надо. Блин, мне кажется, не сможем мы этим ходом начать. Хотя... Блин, можно даже уже лес продавать. Да. Насобирали. Тринадцать лет будет строиться. Ну, эту амбицию, короче, мы точно уже выполним. Так, храм. Наверное, это... в Банонию распространить уже. Тут Рим с фракийцами тоже воюет. Наверное, пока не буду там выходить скаутом. Тут не факт, что мы сейчас лес найдем, чтобы спрятаться. А, просто совет пока проведу. Не хочу покупать камень больше. Уже и так дофига.
умер царь Рима, Кизон Добрый, сейчас Кизон Второй. Посол тяжело больной. Кстати, принц у нас уже тоже довольно старый. Агент в Уассете погиб, можно нового. Так, вдохновившись историями о героях древности, магониды решили устроить соревнования на похоронах Аданибала из Карфагена. После ритуала в честь Баал-Хамона участники состязаний из разных семейств начинают соревноваться в искусстве стрельбы из лука, борьбе в гонках и колесницах. Самый ценный приз – доспех Магониды, созданный в честь бога-героя Мелькарта. И герцогиня-консорт Элисар из Каралиса, и принц Ютпан Праведный отлично проявили себя на соревнованиях, и только вам решать, кому преподнести столь роскошный подарок. Ну, я бы Ютпану дал, что он наследник все-таки. Так, доходит сведения о том, что царь умер Рима. Набожные иудеи Магониды в порыве сильных религиозных чувств устроили при дворе жаркие дебаты. Они требуют прилюдно осудить Кушита за приверженность зороастризму. Так, у нас тут есть, сделать, как хотят Магониды. Не стану вмешиваться в религиозные споры. И набожные. Я постараюсь примирить обе стороны. Плюс харизма, нормально. Так, есть храм. Давайте в Банонию. Да, видите, монастырь вот здесь строится. И тут будет соседство с лавандой. Я даже марш-бросок сделаю, чтобы сразу начать его строить. Меха. Не, давайте лаванду. Потом меха можно будет присоединить. И то ресурс роскоши. Тут рудокоп. Давайте вот этого фермера. Плато от. Царица Яба. Ябадабаду. Не, ну тут я дальше не пойду, а то меня могут убить фракийцы. Так, у нас агент в Уассете умер. Можем сюда кого-то назначить. Так, царь Персии мертв. Боится, что недолго осталось герцогине-консорту.
О, царь страдает от сильного жара и озноба. Успешно проникла на территорию Ассирии. Но мы как бы всех открыли, получается. И посол погиб. Так, давайте бесплатный придворный солдат. Боевой строй это у нас... Да, лучника получим в Карфагене. Этих булавоносцев открыли, сейчас апгрейдить будем. Так, выбрать нового посла. Ну, я не хочу такого. Давайте глянем. Ага, и кандидаты в губернаторы так себе у нас тут. Так, что по законам? Тирания, конституция. Вот уже 16 науки, в принципе, неплохо. Вот это нам сейчас не особо надо. Терпимость и догматизм. Ну, блин, терпимость, конечно, круто, но у нас с негосударственной религией всего два города. Ну и смысл нам это брать? Могут совершать. Ну, и это нам как бы не особо надо. Короче, ясно. Так, а божественное правление. Святилище. Тоже у нас всего две штуки. Свод законов. 10. Суд капитал за каждый действующий закон. Но я бы конституцию пока принял, а потом бы свод законов попробовал, если накопится. Конституцию пока принимаем. Дальше у нас появилась лаванда. Семьи какие-то хотят лаванду? Нет. Так что можно в какой-нибудь город. Я думаю, в Утику. Так, теперь апгрейдим секироносцев. Даже на всех хватило и ресурсов, и муштры. Кайф. Так, это нам бесплатно тут дали лучника, пускай здесь стоит, качается, как бычок и вздыхает на ходу. А это у нас африканский слон. Наш уникальный юнит появился. Достроили в Утике. До персов добрались.
Гонцы приносят вести, что царица Египта мертва. И царица Ассирии мертва. Яба. Яба-да-баду. Так, герцогиня генерал Булуаносов погибла. Глава шпионов становится главой семейства Деданианов. Так, со смертью царицы Хинут, воительницы из Египта, правление Египтом перешло к царю Джосеру Новому из Египта. Так как египтяне тоже исповедуют иудаизм, матриарх пригласила вас на торжество в честь восхождения на трон. Ваши советники отмечают, что стоит попросить ее замолвить за вас доброе слово перед Джосером и тем самым сблизить наши нации. Давайте мы впечатлим вашей приверженности к вере, потому что все-таки наш перк надо использовать. Повышение положения Шамурамат в Ассирии вызвало народное восстание в городе Сулки, где много этнических ассирийцев. Схрена ли там много этнических ассирийцев? Каким образом они там вообще оказались? Нам нужно как-то утихомирить недовольство населения, прежде чем их пыл распространится дальше. Так. Устроить празднество. Ага, правильно. Ну, короче, нам 150 еды надо. Мудрость плюс один. Во дворец прибывает представитель из Академии с вестями о герцоге Ганнибале. Дела у нее идут отлично, к сожалению, он растет неосмотрительным молодым человеком, весь в мать. Весь в мать. Лежа в постели, вы чувствуете, как жар и озноб волнами пронизывают тело. В покоях целый день людно. Поочередно сменяются родственники, знакомые, важные дипломаты, свои и чужеземные. Лица у всех мрачные. Одним из последних приходит Кохен, или Кохен, по-моему, правильно, и остается, когда остальные выходят. Если желаете покаяться во грехе и заслужить искупление в глазах Бога, сейчас подходящее время. Так, честно перечислить все свои грехи и злые мысли, покаяться в самом страшном грехе, не оглашать. Ну, давайте покаемся. Чё? Так, наместник в собрате, вдохновляющий, любитель природы, любезный. Эти любезные, у нас везде города медленно растут. Но мне что-то не писало, что у нас следующим ходом царь умрет. Кстати, давайте я на этом серию закончу. Стрим еще продолжится, но будет... А может на Губеров поснимать генерал? Ну, кстати, да, вариант, мы ж не воюем. Но в следующей серии, и вообще сейчас перерывчик минут на 10 давайте сделаем. Пока вот тут... Загляните по ссылкам и прочее. Тем, кто смотрит стрим, тоже перерывчик. Давайте.